Поле на Стэмфорд-Бридж хорошее и не должно быть в составе. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Поле на Стэмфорд-Бридж хорошее и не должно быть в составе. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Поле на Стэмфорд-Бридж хорошее и не должно быть в составе. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Поле на Стэмфорд-Бридж хорошее и не должно быть в составе. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Поле на Стэмфорд-Бридж хорошее и не должно быть в составе. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Поле на Стэмфорд-Бридж хорошее и не должно быть в составе. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Поле на Стэмфорд-Бридж хорошее и не должно быть в составе. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Поле на Стэмфорд-Бридж хорошее и не должно быть в составе. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Поле на Стэмфорд-Бридж хорошее и не должно быть в составе. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Поле на Стэмфорд-Бридж хорошее и не должно быть в составе. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Н'Голо Канте. Теряет Челси мяч. Пас на ход может быть интересно.
спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Не перестают гнать вперед свою команду фанаты Челси. Футболистам очень важно это в составе. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Поле на Стэмфорд-Бридж хорошее и не должно быть в составе. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Поле на Стэмфорд-Бридж хорошее и не должно быть в составе. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. Н'Голо Канте. Теряет Челси мяч. Пас на ход, может быть интересно. Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Не перестают гнать вперед свою команду фанаты. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Поле на Стэмфорд-Бридж хорошее и не должно быть в составе. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника.